Всем привет! Сегодня суббота, 4 сентября. Я решила снять видео. Что-то давно не снимала. Гася около меня ходит. Сейчас я... У меня есть вот такая штука. Ваня покупал на скутер. Телефон вставлять, включать навигатор. Вот она на такой штуке держится. Вот у меня сломанная швабра. Сейчас я к ней вот так вот, присобачу. Вставлю телефон. Пойду делать работу. А ее поставлю рядом. И буду снимать, что я делаю. Бася, куда понесла? Бася! Иди обратно маме отдай. Зачем тебе? Ты такой не будешь. За следующий, что ли, бежишь? Бася, тебе это зачем? Бася, ты это не будешь есть. Неси обратно. Ваня увидел. Смотрит на меня. Машет. Бася, ты же не будешь это есть. Лишь бы все утянуть. К себе в домик лишь бы утянуть, да? И ты мартышка. А это глава семьи наблюдает. Дурочка. Обратно несешь. Обратно несешь маме. Молодец. Молодец. Еще неси другие. Куда потащила? Куда потащила? Бася, ты знаешь, что ты вытянула лотерейный билет в своей жизни? Что попалось мне на глаза на рынке в тот день? Счастливая собачья жизнь. Красоточка моя. Так, сделала подставку. Несу ее в руке. Показываю, куда иду. Сколько всего убирать. Так, заодно покажу. Это у меня. Вот укроп не получается у меня. Вот какой-то хилый, еле растет. И уже третий раз это, сею, и толку от него нет. Еще по весне как-то первое, вроде как ничего маленечко. Это. Так, это у меня второй урожай кабачков. Вот я посеяла недавно. Так, этот что, полить надо? Что-то... Эти в трех. Кабачки у меня растут. 8 штук кустовые. Гераньки. Вот куча. Так. Сейчас Ваня придет мне помогать вот с этими кусачками вырезать толстые плети. Так, я все делаю на скамеечке. Сейчас вот вчера я тут почистила, чищу все тщательно руками. Большие ветки вот из деревьев, из-под деревьев Ваня мне кусачками пообрезал. Вот они частично. Тут все чистенькое у меня. А где грязненькое, выглядит вот так. Вот это я планирую сегодня закончить. И он, видите, вот эти вот поросли лезет молодая. Вот эта поросль молодая. Там дальше у меня сирень размножается со страшной силой. Сейчас вот это вот я буду наводить порядок.
падает айва. Вот так выглядит. Ну, падает, я думаю, потому что лишнее, наверное, на деревьях. Вот сложу. Очень вкусный компотик из айвы. Ваня идет мне помогать. Где что обрезать? Иди сюда. Будет, да? Вот понятно. Все понятно. Да, там дальше вот смородина под всеми деревьями. А вот под этим нету? Нету. В смысле? Много купили? Ну, да, ну, что? На сколько? На 2 рубля? Дай мне, пожалуйста. Кого? Закончила. Сходила за телефоном. Показываю ток. Ой, 7 часов работы. Чуть живая. Ну, правда, перерыв был на обед. Вот тут вот в конце самое сложное было. Вырезали сирень, целую гору. Тут кусты вырезала, даже частично там мусор наложила. Тут все повырезала, повычистила. Очень, так как тут были заросли дебри, очень много было ракушек, улиток. Таких вот маленьких, беленьких, прямо горы.
И вот таких. Таких. Их очень любят курицы. Поэтому курицам сегодня праздник. Ну вот так. Пошла купаться и в YouTube. Всем привет. Здоровья, радости.